Приветствую всех на своем канале CryptoClub. Сегодня мы рассматриваем проект Unclock, проект, работающий в области кибербезопасности, да, предлагающий решения для бизнеса. Вот. Первый обзор будет по ссылке ниже. Сейчас я бы хотел посмотреть white paper немножко, да, и, в общем, рассказать о команде проекта, вот, потому что, на мой взгляд, команда проекта – это один из главных факторов, определяющий успех, да, от их слаженной работы многое зависит, поэтому такое вот у меня мнение. У них, собственно, достаточно большой white paper на 52 страницы, да, все здесь прописано, полностью введение особенностей проекта, вот, даже варианты использования, их маркетинговая стратегия, как они собираются продвигаться на рынке, экосистема, какую они строят, про токен рассказывают, да, вот, модель получения дохода, в принципе, они все здесь, вообще все, что можно было, все расписали. Вот, структуру компании посмотрим подробнее сейчас. Так, наберем вот так вот. И вот компания, структура, команда и адвайзеры. Вот, Unclock, значит, основана в Эстонии, да, вот у них основатель и исполнительный директор. Вот, и, собственно, эксперт по кибербезопасности, да, вот у него более чем 30-летний опыт в области IT, да, разработок программного обеспечения, вот, и IT-менеджмента, это большой очень опыт, я думаю, человек грамотный и знает, что делает. Вот, Фил Джексон, это у них технический директор и эксперт по безопасности, известный специалист, да, в области кибербезопасности, тоже большой опыт у них, у него 22 года, даже больше, да, вот он разработчик, наверное, Java, Spring, да, различными языками владеет, вот, следующий Николас Тофом, операционный директор, вот, бросается в глаза, что у ребят, у всех членов команды большой опыт, да, вот более 30 лет. Также на своей сфере отработал в качестве генерального, главного операционного директора, консультанта на уровне партнеров. Ну, вот, собственно, главные ребята, да, главные директора, кто у них, у всех большой опыт в своей области, это, конечно, внушает доверие. Ник Бенс, вот, коммерческий директор и эксперт по кибербезопасности, также имеет вот более чем 30-летний опыт, различные у него много достижений, вот, Тоби Абель, разработчик он, да, Тобель уже, так, что он является технологическим предпринимателем, создающим команды по разработке продуктов, вот. Тоби использует выдающиеся навыки консультирования, чтобы собрать команды мирового класса с проверенными прототипами. Брэнд Штурм, да, разработчик блокчейна, тоже инженер, предприниматель. Вот, раньше разрабатывал различные средства защиты от мошенничества. Уже пошли более профильные ребята. Старший, вон, Дин Джексон, старший разработчик программного обеспечения. Вот, тоже владеет различными языками и большим опытом. 15-летний опыт работы у него, да. Винсент О'Нейл, старший консультант по кибербезопасности. Вот это уже, собственно, консультант. Также у него большой опыт. Более чем 30 лет в безопасности в правительственных, разведывательных и коммерческих секторах. Он вообще... Интересно, у ребят такой опыт, что, я думаю, и многие позавидуют, в том числе и известные проекты кибербезопасности. Вот. Клэр Маклафлин, да, начальник отдела связи, здесь женщина у них.
Лена Вагайта, руководитель операции, специалист, значит, по анализу кибергроз и отчетности. Угу. Работала в ведущей европейской телекомпании, да. Вот, и Ола Дада, менеджер сообщества, ну, собственно, поддержку сообщества оказывает, да. Ну, что могу сказать, собственно, сами видели, что у ребят большой опыт, да, и интересная интернациональная команда, консультанты, вот, специалисты компании находятся под контролем специалистов, вот, когда же консультанты платформы Unclock, Hugh Chambers, да, кем является он, генеральный директор Cyber Authority, специализируется эта компания на обнаружении и устранении киберугроз. Вот. Ну, собственно, неудивительно, что у них в консультациях человек из такой компании, Стив Годман, консультант также, да, он коммерческий предприниматель с большим стажем, но он, видимо, этот человек консультирует их, собственно, по маркетинговой стратегии, по продвижению на рынке, да, их бренда, вообще по построению. Вот Митчелл Шер, советник, пионер цифровых данных, также с большим опытом в IT-индустрии. Что о нем еще можно сказать? Ну, тоже человек по бизнесу, да, больше, вероятно, тоже консультирует их по построению маркетинговой стратегии. Вот Чарльз Нолан, последний советник, тоже человек с большим опытом, да, видим уже, что не молодой, вот, но динамичный человек, специализируется на трансформации, изменении и консолидации в самых разных отраслях промышленности в области информационных технологий. Вот такие вот у них советники, ребята и команда. В принципе, сами видите, что команда обладает большим опытом. Ну, по крайней мере, главные члены, да, команды, это хорошо. Вот, поэтому, как я уже говорил, опытная и слаженно работающая команда – это один из главных факторов успеха проекта, да, на мой взгляд. Поэтому еще один плюс в копилку Unclock. Будем следить за развитием проекта. Лично я их буду поддерживать. Вот. Желающие могут зарегистрироваться у них в вайт-листе, да, приобрести токены. ICO закончится, собственно, 3 июля 2018, поэтому не тяните, ребята, у кого есть желание, да, кто заинтересовался проектом. Вот, спасибо вам за просмотр, всего доброго, оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, всем добра.